Ребятушки, всем привет! Всех приветствую на своем канале. Город Харьков на связи. С вами ваш Александр, коренной житель города Харьков. Выхожу с вами на связь. Сижу, ребятки, в коридоре, соблюдаю правила двух стен. Сообщают, что что-то летит, ребятки, на город Харьков. Сижу в коридоре, единственное место у меня, где можно соблюдать правила двух стен. Слышали, ребятки, как лупануло? Это жесть. Аж хата вся затрусилась. Ребятки, напишите в комментариях, как вы. Живы, здоровы. Все ли с вами нормально? Надеюсь, что все с вами хорошо. Надеюсь, что с моими подписчиками все нормально, ребятки. Отзовитесь в комментариях. Набрал водички, ребят. Водичка набрата у меня. Стоит постоянно, периодически меняю, на всякий случай. В туалете, в ванной, в погребе также вода стоит, в баклажках набрата. Инвертор тоже, ребятки, на подготове. В случае, если не будет света, есть у нас инвертор. Мы сами сможем вырабатывать свет, для того, чтобы с вами выходить на связь, чтобы работал интернет, и чтобы наши рыбки могли дышать, ребятки. Ох, это что-то с чем-то. Было, но такое лупануло так сильно, ребят, что аж крыша содрогнулась вместе с домом. Это жесть. Ребятки, многие писали в комментариях, что то правило двух стен, что ты его соблюдаешь, зачем это тебе нужно, никто этого не делает. Ребят, тревогу просто так никто включать не будет. Так, ну вроде бы тихо, ребята. Всем крепкого здоровья, мирного неба над головой, и пусть ваш ангел-хранитель хранит вас. Не забудьте подписаться на канал в поддержку коренного жителя города Харькова, поставить лайк и, кто может, по возможности поддерживайте донатом. Ссылки для донатовой карточки в закрепленном комментарии под видео. Донаты можно кидать с любой страны, в любой валюте. Деньги идут на корм животным, на бензин для инвертора, на лечение кота Шарика и на лечение мамы. Вы знаете, ребятки, что мама у меня приболела. Держимся, ребят, держимся. За что нам все это, непонятно.